Так, у нас тут щука 6 плюс Хатанга Travel 2. Это отличный зверь. Ну, Андрей сейчас что-нибудь скажет. Весеннее обживотворение. Отлично. Обживотворение. Обживотворение. Вот, только что мы выслушали чудесный рассказ про спасение товарищей на Хатанге. Утопающих. Ой, на Таймене, на Таймене. Который... Бросание ножа. Чисто было с половой ориентацией, мне такая... Странная, так было задумано, догадка, видимо, да. Но да. В целом было, конечно, драматично. Драматично. Ира бросила нож, и мы между ними... А потом этот нож нам передали другие байдарчики, которые нас догнали и бросили его с воды на берег. А попали в баллон? Андрей сказал, цельтесь так, снимайте с чехла, чтобы точно воткнулся. Ну а чтобы в баллон воткнулся, чтобы... Мне треснуло какое-то нож. А теперь мы... Вот мы дрейфуем в таком составе, очень чудесно. Просто да, будет атмосферный да. Начинается... Так курево, курево. А, ну... Табачок. Вы чувствуете запах земли. Хорошо, кстати, пахнет, согласен. Даже свиное дерьмо там как-то вот... Да, мы проплывали, да? Говяжье, такое сплетение было, такой букет просто. У меня... Вот в этих вот камышах очень хороший слалом был. На щуке прям замечательно, да, просто да, вообще да, на ура. Да, кстати, первая речка, на которой приходится пользоваться треком. Это здорово. Да, 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 реально. Можно настоящий бегущий город устраивать. КП в жопе, да, там так километр 13 налево. Там, где прогрыз бобер. Да. Ну, круто, вот, круто. А вот то чудесное дерево, это вот на будущее, чтобы если я вдруг буду в Амстердаме... Да, вспомни его, да. Да, вот это вот очень... Мы это, мне кажется, в стиле Тарковского немного. Взять джойнт, да. Если да, вот так, чуть-чуть серый станок. Ракурс смещается, и потом не, камера обратно. Просто, да, да. Я, просто в отличие камера. От вас, ничего не курила, что просто, с деревом просто, не так. Просто кадр. Оно просто одно. Оно одно, вот, оно такое, вот это вот правильно очень расположено. На фоне сейчас почти уже заката, вот... Вечное возвращение облака, оранжевые... Оно... Я ничего не курила, сказала курящая женщина. Оно уже немножечко тронуто весенним оживотворением, но оно до сих пор одно. И это целая, так сказать, не знаю, это целая проблема. Ее можно раскрыть в кинофильме, я считаю. Можно. Это архетип экзистенциальной брошенности. Да, согласен, да. Все, на этом можно завершить.